In my assessment, and that of economists across the board, a default on US obligations would produce an economic and financial catastrophe. Millions of Americans could lose their jobs. Household incomes would be reduced. American businesses would see credit markets deteriorate. A default would threaten the gains that we've worked so hard to make over the past few years in our pandemic recovery. And it would spark a global downturn that would set us back much further. Банкротство компаний, тотальная безработица, рецессия, а также девальвация доллара – это все то, что ждет Америку, если в начале июня правительство объявит первый за всю историю дефолт. Тема дефолта сейчас актуальна как никогда, ведь пока министр финансов Джанет Иллен говорит, что в казне денег хватит максимум до 1 июня, а после нас ждет экономическая катастрофа, Байден никак не может договориться с республиканцами, чтобы увеличить лимит госдолга. На сегодняшний день размер госдолга Америки составляет 31,4%. 4 триллионов долларов и эта сумма является пиковым значением которое сша может позволить взять в кредит но поскольку за 2023 год расходы сша уже превышают доходы практически на триллион долларов штаты физически за полмесяца не смогут погасить свои долги в результате чего мы получим глобальный кризис потому что дефолт напрямую отразится на стоимости доллара также будут страдать фондовые рынки из-за начала рецессии и высоких процентных ставок а инвесторы побегут скупать золото как это было в 2008 году но помните что было с биткоином, когда начался банковский кризис в марте. Правильно, он вырос, так как инвесторы использовали его в качестве защитного актива, точно так же, как и золото. Ну а что будет с биткоином, если США объявит дефолт, вы узнаете сегодня в видео, потому что мы для вас подготовили много всего интересного. Сегодня мы разберем, что такое дефолт. Сможем ли мы его увидеть уже 1 июня. Узнаем, почему дефолт США уничтожит мировую экономику. Посмотрим, что об этом думают ведущие инвесторы и обсудим, как потенциальный дефолт повлияет на криптовалюту поэтому смотрите видео до конца а перед просмотром поставьте видео лайк ведь как только мы набираем 500 лайков под этим роликом мы сразу же выпустим видео в котором разберем интервью известных экспертов и аналитиков чтобы узнать их мнение по поводу экономики криптовалюты и не только за вашу поддержку заранее спасибо каждому а мы начинаем Всем привет, друзья! Меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Если посмотреть на экономику любой страны, можно понять, что это один большой цикл, в котором все повторяется. Так вот США не впервые сталкиваются с угрозой дефолта. И в последний раз похожая ситуация была в 2011 году. В то время биткоин стоил ниже 1 доллара, поэтому сложно сказать, как на него повлияет дефолт. Но тогда были акции, движение которых любит копировать биткоин. А то, как угроза дефолта 2011 года повлияла на фондовый рынок, мы писали у нас в телеграм-канале. И от таких результатов вы будете в шоке. Поэтому рекомендую вам перейти и подписаться. А также в ближайшие два дня Байден должен предоставить всю информацию касательно госдолга. И эту информацию вы получите одни из первых именно у нас в Телеграм. Поэтому подписывайтесь, ссылка есть в описании. Но многие, услышав слово дефолт, до сих пор представляют перед собой мрачную картину, где в Америке наступает апокалипсис, людям нечего есть и страна превращается в какой-то киберпанк. Но это не совсем так. Поэтому давайте разберем, что вообще такое дефолт, и какие могут быть последствия. Простыми словами, дефолт ⁇ это ситуация, когда должник не может расплатиться по своим долгам. В случае с Америкой мы получаем государственный дефолт, в котором страна не может проводить выплаты по внешним или внутренним долгам. Но казалось бы, США ⁇ первая экономика мира, и у нее нет денег погасить долги? Нет. Условно деньги есть, ведь США продолжают продавать товары, нефть, технологии и так далее. Но поскольку сейчас ее расходы превышают доходы, ей необходимо получить дополнительное финансирование в виде кредитов. Вот только скоро брать кредиты она уже не сможет, так как она достигла своего лимита госдолга. Конгресс США впервые ввел такую вещь, как лимит долга, еще в 1917 году. И за последние 70 лет лимит долга поднимался аж 78 раз, в том числе и в 2011 году. Тогда правительство тянуло до последнего и все-таки повысила лимит долга, но тем не менее это была самая напряженная неделя на Уолл-стрит, подобная 2008 году, и как результат Америка потеряла самый крутой кредитный рейтинг AAA и получила AA+. Для стран кредитный рейтинг это важная штука, потому что чем он лучше, тем под меньшие проценты дают кредиты, так как стране больше доверяют и уверены в том, что она вернет все до копеечки. Повышение или приостановка лимита долга становится необходимой, когда правительству нужно занять деньги, чтобы погасить свои долги, но если если раньше для Конгресса это была обычная процедура, которую они проводили без лишних вопросов, то после 2011 года это превратилось в дебаты между демократами и республиканцами, и каждый из них пытается перетянуть одеяло на себя, тем самым они ставят под угрозу экономику Америки. Сейчас идет жесткое противостояние между Белым домом во главе с Байденом и спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти. Так вот, республиканцы хотят повысить размер госдолга только при условии уменьшения расходов. Они для этого даже за отдельный законопроект он подразумевает сокращение бюджета на сумму около 4,8 триллиона долларов, который отменит налоговые льготы для инвестиций в зеленую энергетику и отменит план Байдена по спасению задолженности студенческих кредитов. Однако, пока в Белом доме правят демократы, Байден вряд ли позволит, чтобы этот законопроект подписали. А вот бюджетный план Байдена должен сократить дефицит почти на 3 триллиона долларов в течение 10 лет, в основном за счет повышения налогов для богатых. Но опять-таки республиканцы на это вряд ли согласятся, потому что их всегда поддерживал крупный бизнес. Тем не менее, в субботу Байден заявил, что переговоры с Конгрессом о повышении лимита госдолга США продвигаются, и в ближайшие два дня они станет известно больше. Он сказал, «Я думаю, что они продвигаются вперед, но трудно сказать. Мы еще не достигли критической точки и узнаем больше в ближайшие два дня». И ожидается, что Байден проведет новую встречу со спикерами Конгресса в начале этой недели, так что в ближайшее время фондовые рынки будут максимально активными точно так же, как и крипта, а если вы желаете на этом заработать, но не знаете как просто воспользуйтесь подпиской Coin22 Pro. Подписка Pro позволяет каждый день получать прибыльный анализ рынка от команды аналитиков Coin22, которые на протяжении более полугода ежедневно предоставляют прибыльные сделки. Например, недавно участники Pro заработали от 15% на шорт сделках по монете лида, от 25% на падении Flow, от 30% на росте Litecoin и таким простым образом зарабатывать может каждый из вас. А для новичков, у которых есть желание научиться торговать и зарабатывать на крипте мы предоставим бесплатное пошаговое обучение абсолютно с нуля также все будущие участники которые напишут нам по ссылке в описании получат 30 процентов скидки на подписку про сейчас идеальное время чтобы зарабатывать на крипте поэтому присоединяйся к подписке про по ссылке в описании и получи свою первую прибыль уже сегодня когда стоит потенциальная угроза дефолта, интересно узнать, что об этом думают бизнесмены и ведущие инвесторы, а также как они к этому готовятся. Например, Илон Маск на прошлой неделе под постом популярного аккаунта, который написал дефолт по государственному долгу плохая идея, Маск ответил, все более чем возможно. Уоррен Баффет еще в начале месяца предупредил, что опасения людей по поводу своих банковских вкладов и возможности дефолта чрезвычайно опасны, и если США объявит дефолт, люди побегут снимать наличные деньги в банке, что спровоцирует ряд банкротств, которые только ухудшат ситуацию. Баффет уже подготавливается к возможному дефолту, потому что недавно он продал акции на 13 миллиардов долларов. А если взять компании из криптопространства, то Circle, которая выпускает USDC, уже большую часть своих активов перевела в казначейство казначейские облигации со сроком погашения не позднее 31 мая, чтобы избежать потенциальных потерь. Ну а генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон сказал, чем ближе вы к этому подходите, тем больше у вас будет паники. Рынки станут волатильными, может быть фондовый рынок упадет, а у рынков казначейских облигаций будут свои проблемы. То есть, как вы уже поняли, все готовятся к худшему. Но стоит ли нам переживать и прямо сейчас продавать свою крипту? Давайте это разберем, ведь мы для вас подготовили несколько сценариев. Первый сценарий – это технический дефолт, который станет длительным периодом невыплаты некоторых или всех финансовых обязательств США. В таком случае технический дефолт может удвоить текущий уровень безработицы с 3,4% до почти 7%. Повол, конечно, вряд ли будет рад такому росту, ведь он спровоцирует рецессию в экономике в течение 6 месяцев и после короткого периода дезинфляции приведет к устойчивому росту инфляции. А вторым сценарием будет фактический дефолт, при котором правительство, не имея денег, перестанет платить по своим обязательствам. Это, конечно же, будет настоящая Экономическая катастрофа. Здесь уровень безработицы уже превысит 12%. В первые 6 месяцев экономика сократится более чем на 10%, что вызовет глубокую и длительную рецессию, а инфляция, скорее всего, подскочит до 11% в течение следующего года. При обоих сценариях кредитный рейтинг США будет понижен, доллар окажется под угрозой, а стоимость кредита вырастет не только для обычного обывателя, но и для правительства США. Чтобы лучше понимать наши риски, мы моделируем, как будет выглядеть кризис лимитного долга, используя два прошлых случая. А именно кризис 2011 года и финансовый кризис 2008. Кризис лимитного долга 2011 года привел к снижению цены активы, сокращению расходов и инвестиций частного бизнеса, а также подорвал доверие потребителей и компаний. Технический дефолт затянется на несколько недель и все равно нанесет ущерб экономике США, а финансовый кризис 2008 года будет идеальным примером того, что произойдет во время настоящего дефолта. Но как в такой ситуации спасти свои деньги, если вы их держите, например, в долларах? Поскольку во время время любого кризиса, будь то 8 или 2011 года, доллар падал на рекордные минимумы, а инвесторы активно скупали золото, потому что оно является защитным активом. И это вы можете увидеть вот здесь на графике. А теперь давайте на график золота наложим график биткоина. И что мы видим? а мы видим практически идеальную корреляцию, особенно во время начала банковского кризиса. А если еще добавить график индекса доллара, мы, конечно же, невооруженным взглядом увидим, что когда доллар падает, крипта и золото растут. Так что это получается? Нам сейчас нужно скупать биткоин? На этот вопрос может ответить самый известный биткоин-кит Майкл Сейлор. В недавнем интервью он обсуждал вопрос CBDC, как они будут контролировать население, и то, что правительство не интересует инфляция, дефолт или кризис, потому что чиновники богаты, и на них это никак не повлияет. И он сказал следующее. Эти банки не позволяют вам забрать ваши деньги. Посмотрите на Нигерию. 42 доллара в день. Именно столько вы можете взять в банке. Они хранят ваши деньги. Так что единственная сеть, которая у вас есть, которая дает вам приличный шанс владения своими собственными деньгами, а затем иметь возможность тратить их так, как вы хотите, это биткоин. Сейлор ведет к тому, что любые деньги, которые находятся в банковской системе, могут быть заблокированы, их могут забрать, и вы не можете распоряжаться деньгами так, как вы хотите. Вот поэтому его предложение заключается в использовании именно биткоина. Как на самом деле биткоин отреагирует на дефолт, сказать очень сложно, потому что это не золото и настоящие кризисы он еще не переживал. Поэтому напишите ваше мнение, будет ли расти биткоин во время дефолта или нет. Но если доверие к биткоину вырастет и его реально начнут использовать как золото, то рост будет очень Приличным. Ведь даже аналитики прогнозируют 70% роста после начала дефолта. Но это не значит, что вам нужно бездумно вкладывать все свои деньги в биткоин. Ведь всегда помните про такую вещь, как диверсификация. Споры по поводу лимита госдолга уже увеличивают стоимость выпуска долговых обязательств. И пока наши прогнозы заключаются в том, что настоящая катастрофа, о которой вы думаете, будет решена в последнюю минуту. И скорее всего мы увидим картину подобную 2011, а не 2008 году. Но если в ближайшие пару дней мы не заметим хоть какие-то продвижения от Байдена, последствия могут быть печальными. Как я уже сказал, результаты решения мы получим в ближайшие 48 часов. Поэтому, чтобы их не пропустить, переходите в наш телеграм-канал. Там мы 24 на 7 на связи и держим вас в курсе всех важных новостей. Также не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И увидимся очень скоро. Всем желаю удачи, до скорых встреч.